Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем жилет, но для мальчиков, для мужчин. Ну, хотя можно и для женщин его приспособить. Ну, так как прошлый жилет у меня был для девочек, для женщин, этот у меня будет для мужчин, чтобы все было, чтобы в мире было равноправие. Поэтому решила сразу это видео сделать после предыдущего, чтобы они как бы в паре и шли, мужчина и женщина, чтобы у нас была гармония инь и янь. Да, и дальше хочу знакомить вас с нашей чешской пряжей. В этот раз я взяла вот эту альпину. Это 75% акрил, 25% шерсти. Метраж 180 метров в 100 граммах. Вот, кстати, эту пряжу я очень часто использовала, 180 метров. Слитки разные, там носки, тапочки я из нее вязала. Что хочу сказать по поводу пряжи, не буду ничего говорить, сниму на нее обзор. Вот, состав и метраж я вам сказала. Она очень, я вам скажу, хорошая, она не очень толстая и не тонкая, такая средняя и хорошая для мужских свитеров, таких зимних вещей под куртку. Вот, чтобы было и тепленько, и недорого. По цене она абсолютно недорогая. Вот. И все. В этом видео больше ничего не буду говорить. Все остальное я скажу дополнительно. Итак, первым делом поговорим про размер. Давайте я нарисую вот здесь вот такую жилетку. Вы измеряете ширину изделия нужного вам. Вам нужна вот эта мерка. Рекомендую мерить не ребенка или мужчину, а мерить, допустим, свитерок, который вы хотите, вот размер, который вы хотите связать. То есть изделие у нас выкройка, начало, потом буду по ходу дорисовывать. И теперь, вот смотрите. Обхват бедер изделия, то есть это не вот эта вот цифра у вас, допустим, давайте будем брать примером на моем детском размере, да, у меня 25 сантиметров, вот это вот, 25 сантиметров, пишу сантиметры, у меня мой образец, и значит полотно, раз у нас жилет без швов, мне нужно 50 сантиметров. 50 сантиметров это 100 петель в моем случае. Я пишу 50 сантиметров, то есть умноженное на 2 спинка и перед 50 сантиметров. Это 100 петель. Там в моем случае. Плюс 5 и 5, это для любого размера, это для планки, девчонки, то есть вот эти дополнительные 10 петель у вас для планки. В моем случае полотно составляет 110 петель, и теперь вот я набрала 110 петель и провязала 3 ряда лицевыми петлями, вот смотрите, 3 ряда. Почему 3 именно? Вот это и будет лицевой ряд, хотя по идее, по правильности должен быть этот, но мы знаем, что первый ряд лицевой, он некрасиво смотрится в платочной глади, поэтому будет четвертый ряд. Теперь нам нужно отделить планку. Планку отделяем таким вот образом. Считаем кромочная петля 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель вместе с кромочной и 10 петля изнаночной. Десятая петля у нас будет образовать такой вот, как бы, грань между планкой и основным полотном. Так, цепляю маркер. Далее, нам вот это полотно нужно разделить на три части. Первая часть у нас 1/4, вторая часть, это полочки, 1/4, эти 5 петель мы не считаем, и здесь вот у нас 2/4. Раз у меня 100 петель, 5 петель я забрала сюда в планку, значит 1/4. 1/4 у меня это 25 петель, значит полочка и полочка 25 петель,
И так, значит, полочка 25 петель, но это отсюда мы считаем, то есть вот отсюда сюда 25 петель, отсюда сюда у нас 50 петель и отсюда сюда 25. Почему сюда? Потому что мы 5 петель забрали из полочки вот в планку. Значит, теперь после маркера мы считаем вот это количество минус 5 петель, то есть 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Значит, здесь нам нужна, опять же, одна петля, чтобы она у нас отделяла. Здесь нам нужна одна петля, которая будет разделять полочку и спинки, ее мы берем из этой цифры. Если в планку мы взяли петли отсюда из передней половинки, то на вот эту вот петлю мы берем отсюда. То есть мы вяжем одну изнаночную, это мы уже считаем спинку, цепляем маркер и вяжем 48 лицевых. 1, 2, 3, 4, 48. И теперь я вяжу одну изнаночную, то есть 49 и 50, вот она. Почему так я определяю, размещаю маркеры? Знаете почему? Потому что, чтобы знать, что изнаночная петля в лицевом ряду у меня всегда перед маркером. Далее нам нужно опять вот эти 25 петель, которые у нас 20, да, в скобках давайте пометим здесь 20. Минус 5 вот этих, которые ушли на планку, 20. А здесь в скобках 48, потому что по одной петле ушло сюда, в разделительные полосы. Теперь у нас 20. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И здесь должно остаться 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Вот и прекрасно. Значит, 20, 1 изнаночная, цепляем маркер и вяжем до конца ряда. Теперь мы будем знать, что в лицевом ряду, который у нас будет через ряд, мы просто будем вязать перед маркером изнаночную петлю. Так, сейчас изнаночный ряд лицевыми петлями. Вязала я изнаночный ряд. И в лицевом ряду сейчас просто хочу вам показать. Вот просто вяжу, уже ничего не считаю. Вот приближаюсь к маркеру и просто перед маркером я провязываю петлю изнаночной. Видите, все изнаночные петли у меня будут перед маркером. Чтобы не путаться, да, там одна за маркером, одна перед маркером. Поэтому я сделала вот так вот, разместила их за изнаночной петлей везде. Вот, ну, в принципе, пока продолжаем вязание, делая вот эти вот бороздки. Вот, снова перед маркером у меня изнаночная петля. С изнаночной стороны это просто косичка лицевой глади у нас образуется. Раз, два, 3-4 косички. Продолжаем. Так, продолжаем. Вот я провязала, девчонки, это не обязательно как давность эта часть. Я вяжу маленький размер, поэтому провязала 4 сантиметра от низа. И теперь буду делать петелечку для пуговицы. Ой, а петелечку-то мне надо делать для на мужскую сторону. В конце, значит, петелечку. Значит, так, 4 сантиметра здесь до первой петли, но это не обязательно. У вас может быть больше, вы можете петлю делать от самого начала, то есть расположить петли и пуговицы на ваше усмотрение. Еще я сейчас буду сюда ввязывать карман. Для кармана я связала вот такие вот две заготовки, они у меня по 16 петель. Ширина 8 сантиметров и высота
6,5. У меня маленькая жилеточка, поэтому так. Вы смотрите, карман делайте визуально, как вам нравится визуально. Плюс еще учитывайте, что у вас полочка, вот я плохо учила, у меня полочка получается 20 петель здесь, а карман я сделала на 16. То есть по краям от кармана у меня будет по 2 петли. Вы же можете сделать чуть больше. Ну, вот так вот, вот так вот, по 4, по 5 петель. Если взрослый размер, то еще больше. Вот смотрите, если взрослый размер, то половина полочки как бы на карман должна приходиться. То есть вот половина — это карман, вторую половину мы делим по частям от кармана. Вот так вот, да, если просто попытаться объяснить, да, величину кармана. Вот, я не угадала с величиной, это правда. Значит, я сейчас буду его вклинивать сюда. Вот, изнаночную. Вот так вот выглядит эта изнаночная на изнанке. И вот теперь вот, да, вспомнили, знаем, что 20 сантиметров, 16 сантиметров у меня карман. Я вяжу 2 петли лицевой. И теперь я вот беру вот эту вот свою заготовку и буду вязать вот эти вот петли, переснимать по одной и вязать 2 вместе с вот этой вот основной. Немного неудобно, но это всего лишь один ряд так сейчас. В основном все, в дальнейшем все очень удобно. Зато не нужно пришивать, зато не нужно искать это место. Обычно эти карманы, когда пришиваешь, постоянно одна сторона длиннее, одна короче. Постоянно, ой, один выше, другой ниже. Постоянно один шире, один уже. При этом же способе, вот этом способе вязания карманов, они будут одинаковые на обеих сторонах. Карманы одинаковые, одинаково расположены. И бояться ничего абсолютно не стоит. Поэтому чуть-чуть можно и помучиться. То есть я переснимаю с передней спицы на заднюю, видите, сюда, и провязываю 2 петли вместе. Одну петлю из передней спицы и одну петлю из задней спицы. Видите, получается, кармашек наш уже пришит. Вот так вот мы упростили себе, и при том на ровной линии, и нам ничего не нужно измерять, намечать. Так, вот они, мои 16. Здесь у меня осталось 2 лицевые, как я и говорила, и изнаночная. Вот расположила я наш карман, вот он в будущем. Теперь вяжу до следующей, до второй полочки. Вот что хотела сказать, что карман, девчонки, видите, у меня зубчики по краям. Все везде, всю жилеточку я вяжу кромочную изнаночной, получается вот такой вот гладкий край, да, вот эта косичка. А здесь я вяжу кромочную лицевой, смотрите, видите, сейчас увидите зачем. Изнаночная, вот вторая полочка, 2 лицевые, и снова я сюда вяжу карман второй. Так, 2 лицевые я провязала. Здесь вот эти вот хвосты я пооставляла, мы потом их все заденем, проденем, обработаем. Здесь у меня остается 2 лицевые, 1 изнаночная. И теперь нам нужно сделать дырочку для пуговицы. 1, 2, 3, 2 провязываем, 2 вместе, еще раз 2 вместе. То есть 2 петли мы закрыли. Здесь 3 петли и изнаночная. И в изнаночном ряду нам нужно будет эти петли восстановить. Восстанавливать мы будем с помощью крючка, чтобы петля была, выглядела более аккуратно. Перекручиваю, захватываю, провязываю крючок за спицей и вот эту вот петельку одеваю.
Так, и вяжем до конца ряда. Это у нас изнаночный ряд. Мы пока вяжем лицевыми петлями до конца ряда. Так, довязываем ряд до конца. И теперь, как мы будем присоединять этот карман, девчонки? Смотрим. В каждом лицевом ряду. Так, здесь у меня, помним, да, 2 петли как бы по краям от кармана. И я их провязала, 2 петли. Вы запоминаете свое число. И вот здесь, вот смотрите внимательно, вот эта кромочная, которая у нас лицевая. Вот ее я цепляю. Почему-то, мне кажется, лучше так, чем обычная изнаночная. Она потом получается очень вытянутая. Вот. Одеваю на спицу и провязываю 2 вместе. То есть я прикрепила, да, одним рядом. Это делаем только в лицевом ряду. Так, первая петля из 16. Теперь 14 я провязываю без изменений. Думаете, я считаю? Нет, конечно. Раз, два, значит, вот еще 3. Теперь здесь у нас 15 петель как бы этого кармана. Тут остается это изнаночная, 2 лицевые, которые у нас как бы по бокам кармана. И последняя, за которую я должна прикрепить этот карман. И вот, делаем таким вот образом. Снимаем эту петлю, одеваем. Так, подождите. Здесь вот важно. Так, значит, вот она первая здесь. Вот здесь вот она. Одеваем ее на спицу, возвращаем, которую мы сняли, и провязываем 2 вместе. То есть я прихватила здесь и здесь этот карманчик за первую и 16-ю петлю. Вот я имею в виду 16 петель. Карман. И здесь вот у нас этих 16 петель, по 2 по бокам. Вот. Сейчас я провяжу до конца ряда. И в следующем сделаю точно так же с этим карманом. В следующем ряду я вам покажу как бы дальше этот подъем. Так, итак, следующий лицевой ряд. Девчонки, сейчас я продвинусь туда, вам покажу. Кому совсем непонятно, пишите в комментариях, я, если что, сниму отдельное видео одного кармана отдельно, медленно и понятно. Вот, кто не хочет, так вот, приближаемся мы к карману. Снова 2 лицевые петли, то есть здесь находятся те петли, которые у нас были распределены. Так, следующая кромочная петля, вот она, узелочек. Мы его захватываем и одеваем на спицу. И провязываем 2 вместе с петлей из основного вязания. Вяжем 14 лицевых. 14. Следующую петлю переснимаем. Далее вот смотрите, узелок. Одеваем его, цепляем, одеваем. То есть узелок у нас выходит с вот этого ребра ряда. Переснимаем вторую петлю и провязываем следующую. Потеряла уже маркер. То есть я вот так вот по одному ряду буду прикреплять мой карман к основной детали. Так вот аккуратно, ровно оно все получается, девчонки. Я думаю, этот способ вам пригодится в дальнейшем. Стоит попробовать один раз, потом вы уже будете уметь. И все будет хорошо. Если чего, пишите. Я сниму отдельное медленное видео для новичков. Девчонки, вот смотрите, видите, я уже приближаюсь к концу. И я решила в процессе вязания, девчоночки, все-таки я сделаю отдельное видео с подробным как бы объяснением вот этого кармана. Потому что я вчера его вязала уже, когда вот
эту часть сняла начало, и я потом вечером вязала, я в очках даже не видела, что там, где мне цеплять, поэтому я его сниму на светлее нитках, предвижу возмущение и подробно, потому что я считаю, эту деталь нужно уметь вязать, она вам пригодится не только в этой жилеточке, во многих вещах ее можно использовать. Так что завтра, буквально завтра, будет новое видео про вот этот вот карман. Так, и видите, последний, как бы, цепляю я его. Вот уже, больше уже не будет. То есть вот таким вот образом он у нас как бы пришит. Здесь еще вот эта нитка, потом мы их все проденем на изнанку иголочкой красиво. Ну, карман, я же говорю, сейчас еще покажу. Но, в принципе, я думаю, кто опытный, то те уже поняли, а кто новички, девчонки, я вам подробно расскажу в отдельном видео, чтобы не затягивать. И вам, я думаю, придется все-таки попробовать. Ой, здесь я вот эту вот переснимаю, потом одеваю. Вот видите, уже прям за верхушку. Это уже последний наш захват, скажем так. Вот, все, уже карман наш пришит. И вот таким вот образом получается кармашек. Так, очень удобно, что получается ровно. Далее я продолжаю ровное вязание. Сейчас прикреплю этот второй карман, не буду вас задерживать. То есть далее ровно, выполняя вот эти вот изнаночные петли, видите, полосочка идет, это как разделительная полоса просто. Вот что хочу сказать, уже я сделала вторую петлю, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, через 20 рядов. Вот у меня петли будут через 20 рядов ориентировочно. Вот, и сейчас просто продолжаю вот это вязание, полотно все вязать ровно до нужной длины. А нужная длина, вот я считаю, ширина здесь универсально лить до 4, потому что детки маленькие, и потом они вытягиваются, да, растут как бы вверх, а в ширину не очень растут, ну совсем чуть-чуть. Вот, поэтому длину меряйте. Если в чем выгода жилета, что на вырост можно связать, на вырост удобнее вязать, потому что не нужно длину рукава корректировать. Вот, там уже как рука выросла, так выросла, да? Ну, вот так вот. В общем, продолжаем наше вязание вверх. Сколько я провязала, вот видите, вверх. Вверх я провязала 18 сантиметров. Ну, и ширина у меня, видите, 25. Ну, понятное дело, что оно когда намочится, будут идти 25, как я и планировала. Все совпадает. Так, сейчас у нас очень важный этап, нам нужно отделить пройму, и вязать мы будем теперь отдельно каждую деталь. Так, пока вяжем по узору, будем закрывать средние 7 петель. Вот, смотрите, центральная вот эта, которая у нас разделительная, и по 3 вторые петли от нее. Вот сейчас я закрываю 7 петель, 1, 4, 5, 6 и 7. Так, вот они, видите, для проймы 7 петель я закрыла. Далее вяжу и закрою для второй проймы те же 7 петель. Так, снова, вот смотрите, изнаночные 3 петли до нее, 3 петли после нее, 7 петель я закрываю. Итак, для взрослых размеров это будет там 10-12 петель, я так думаю, если даже не больше. Смотрите по взрослым, по визуально смотрите. Так, здесь это, сейчас я скажу, сколько это будет, скажу, сколько это в сантиметрах. Вот 3 сантиметра для детского, а для взрослых вот 5-6, даже 7 сантиметров. Вот это, я же говорю, смотрите визуально.
Так, вяжу до конца ряда сейчас. И еще мы напроем еще пару петель уберем, чтобы был скос красивый. Теперь я буду вязать вот эту левую полочку отдельно. О, господи, смотрите, что я сделала. Провязала лицевой. Вот видите, зачем нужны были маркеры, чтобы не пролететь. Так, здесь я еще буду отделять вот одну такую полосу, как украсительную. И сокращать я буду для проймы еще где-то, я так думаю, 3 петли. Вот, но таким вот способом, смотрите. Первую петлю снимаю, 3 петли провязываю лицевой. И 2 петли изнаночной. То есть у нас по сути будет идти снова вот это. Здесь у нас будет вот такая пройма, и отсюда пойдет еще одна вот такая вот полоса разделительная. Сейчас увидите, каким образом она проявится, потому что мы ее тоже будем вязать изнаночной. Так, вот так, стоп, изнаночная. Так, изнаночный ряд лицевыми петлями, сейчас вы ее увидите. Смотрите, вот одна, это планку отделяет. И вот она вторая, вот смотрите, я приближаюсь, вот пока ее не видно, но сейчас она уже будет видна, то есть пойдет вторая такая полосочка, которую мы сейчас будем вязать изнаночной, но первые 3 раза мы будем вязать вот после 3 петель, 2, 3, видите, кроме кромочной, и далее снова изнаночная 2 петли вместе, вот она продолжается, видите, то есть 3 раза я здесь 1, 2, 3 для скоса провяжу 2 вместе, а потом это будет 1 петля изнаночная, как обычно, как и здесь. Вот, между ними 3 петли и 1 кромочная. Вот, продолжаю. То есть я еще один раз делаю здесь 2 вместе, а потом просто буду вязать эту петлю изнаночной вверх. Так, девчушки, вот видите, я провязала левую полочку от проймы вверх. 10 сантиметров у меня. Опять же, это на маленький размер, вы меряете сами. По сути, здесь я уже буду делать как бы вырез горловины. 5 пуговиц всего у меня разместилось здесь, ну, вернее, 5 дырочек. И закрываю я первые 10 петель, вернее 9, вот, да, вот, чтобы вот эта петелька у нас стала кромочная. 1, 2. 9 петелечек, 9, то есть вот эту планку я закрыла. Теперь 3 лицевые и 2 вместе лицевой. Почему в изнаночном ряду? Просто чтобы отделить их. В лицевом ряду мы будем просто вязать изнаночной петлей, или как хотите, вы можете просто сейчас провязать весь ряд лицевыми, а эти 2 вместе вязать в лицевом ряду, чтобы не путаться, да. Давайте я вам нарисую здесь. Здесь я закрыла 9 петель. И вот идет у меня скос. Идет еще одна такая полоса разделительная. И сокращение. Вот точно так же, как здесь. Теперь мы будем делать здесь сокращение. Все точно так же. Для вот этого, я все время с этой точкой. Для выреза мы вот будем делать здесь эти сокращения. Еще какой-то, немного продолжаем вязать. Здесь у нас 4 петли до изнаночной.
Вот, и здесь у нас 4 петли и изнаночная. Вот это количество будет у нас сокращаться, потому что здесь мы уходим на сокращение. Так, я продолжаю еще несколько рядов, несколько сокращений. Так, вот смотрите, 4 раза я уже сократила. И теперь, видите, у меня получается, что теперь у меня здесь 2 лицевые петли. Видите, я уже сошла как бы к центру. Вот. Теперь я оставляю одну изнаночную, а вот эти вот провязываю лицевыми. То есть далее у меня пойдет одна вот эта полоска. Здесь у меня только вот так вот отделение пошло. Теперь я еще... Так, всего у меня 4 сокращения, но вы смотрите, девчонки, если это взрослый размер, то, понятное дело, вам одной планки закрыть здесь будет мало. Поэтому вам нужно закрыть хотя бы 15 петель, 15-20 петель, если взрослый размер жилета. Вот, я просто убрала, потому что здесь на детском очень мало петелечек остается, и поэтому я уже так, ну, видите, что здесь уже закрывать больше некуда, потому что самый малюсенький. А вы смотрите по горловине, девчонки, потому что это очень индивидуально, опять же говорю, если что, пересмотрите мое видео по закрытию горловины, вот сколько приблизительно петель закрывается на круглую горловину. Вот там есть метод круглой горловины, и вот на взрослый приблизительно это количество петель должно быть у вас закрыто, плюс те петли, которые на запах, еще рассчитывайте на это. Вот, и высоту вот этого выреза вы тоже определяете сами. Его можно вообще сделать отсюда V-образным таким вырезом. Это уже так, вот, в принципе, я заканчиваю еще изнаночный ряд. Я провяжу и оставляю это вязание, петли оставляю открытыми, потому что сшивать мы будем крючком эти открытые петли, чтобы минимализировать наши. Так, сейчас я посчитаю, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 10 рядов я еще провязала без никаких сокращений. Так, теперь... Ну, здесь я же говорю, у меня 10 рядов, а вы смотрите, все очень индивидуально. На деток, на взрослых я рассказывала вам принцип. Так, теперь у меня будет спинка. Вот спинка тоже принимает вот художница, блин. Такой вот вид. А, я не там рисую, девчонки, ладно. Будем считать, что это разделительная полоса, и мы 3 убавления сделаем сейчас. Вот, а дальше будем вязать ровно. Так, и так, я их буду делать в изнаночном ряду, чтобы видно было эту лицевую ниточку. Я оставляю подлиннее, чтобы потом ее продеть. Так. Вяжем первый, пересняла, 1. 2, 3, теперь 2 петли вместе. В изнаночном мне, наверное, удобнее будет вязать это все дело. Так, то есть, опять же, 4 петли, после них разделительная полоса. И то же самое в конце. 3 сокращения у нас, 3 раза мы вяжем в начале и в конце по 2 вместе, вот здесь вот лицевую. И в конце 4 петли и 2 петли вместе лицевой. И последние 3 лицевые, изнаночная, кромочная. В лицевом ряду мы вяжем вот эту вот изнаночную. Так, кромочная. 1, 2, 3. Изнаночная. И в конце точно так же. То есть здесь вот мы делаем опять же вот эту полосочку. Сейчас я вам покажу. Вот эту вот дорожку из изнаночной петли. И продолжаем вверх вязание спинки. Так, девчонки, вот смотрите, я провязала спиночку. Вот по высоте точно так же, как посчитала 50,
Вот, ну здесь у меня, к сожалению, перекрученная спица аж здесь заканчивается, поэтому я верну его на место, когда у меня будет доступ эту детальку. Вот видите, вот моя спинка, то есть она соответствует вот этой части переда. Вот она, вот эти спиночка. Теперь я все петли просто оставляю здесь и вяжу вторую полочку. Она у меня полностью идентична первой. В общем, вяжу вторую полочку точно так же, только в зеркальном отображении, ну, исключая пуговицы, точно так же повторяю вторую полочку. Так, ну вот, в принципе, все, девчонки. Видите, продублировала я вторую часть. Спинка ровненько, вторая часть вот у меня такая же. Все точно так же на второй части. Видите, вот мои полосы, сокращения идентичны первой. Теперь сборка, девчонки. Собирать будем вот таким вот образом. Видите, я уже разделила отдельно, вот чтобы вы хорошо видели вот эти полосы, которые мы вязали, как отделочные, так как у нас не будет никаких обвязок. Вот с изнаночной стороны, вот они лицевой петлей идут. Это наши те изнаночные, которые мы вязали на протяжении всей работы. Теперь собирать я буду крючком. Так, смотрим, здесь у нас одна окончание нити. Так вот я буду брать с каждой спицы по одной петле. Конечно, толстый крючок. И сшивать вот таким. Так, стоп, Вика. Вот таким вот образом я беру с каждой петли по одной, с каждой спицы по одной и провязываю вместе. Так, не до конца, девчонки, чтобы это вот еще сейчас по одной провяжу, и все. И пока оставлю здесь вот, одену петельку, затяну и оставлю. Почему? Чтобы узлов у нас не было на горловинке сзади. Начинаем сшивать с этой стороны. Здесь у меня нить подлиннее. И сшиваем. Одно плечико мы закрыли, видите? Так, еще здесь у нас одна нить продолжается. Здесь, видите, чтобы у нас здесь не было углов на плечиках, я закрываю с двух сторон. Теперь я беру обе нити и закрываю средние петли горловины, как бы утолщая этим край. Хотя не обязательно, девчонки, это на ваше усмотрение, так как вот видите, я делаю такой плотный, поплотнее немного краешек, так как у нас нет нигде никаких обвязок, поэтому мы не делаем вырез горловины на спинке, мы его сразу вот так вот закрываем. Так, закрываем, закрываем петли горловины. Кстати, даже не считаю, я сейчас буду, вот видите, чтобы край был немного уплотнен. Здесь у меня 5 петель, здесь 5, вот эти вот еще мне нужно закрыть. То есть, так, вот они, здесь 5 и здесь 5. Это как бы та, которая у нас последняя. Снова мы начинаем соединять наши полочки. То есть те петли, которые у нас лишние, у нас идут на горловину. Вот как раз, смотрите, у меня все прекрасно получается. Так, и теперь я соединю эти две петли. Все, здесь я завяжу узелок, вот эти две. Почему я так сделала? Чтобы у нас узел пришелся на половину полочки, и здесь уже он как бы ничему не мешает. Я просто
сделаю пару раз вот так вот протяну и обрежу все и этот. А вот эти хвосты, которые у нас остались не закрепленными, их у нас много. Вот смотрите, везде, где они у нас есть, я продеваю в иглу вот таким вот образом на изнаночную сторону. На изнаночной стороне делаю узелок один такой маленький, и где-то в шов. Тупая игла трикотажная, не люблю я их такие. Вот, продеваю вот так. Вот, видите, получается, что мы сшили одновременно, закрыли петли спинки. И вот моя жилетка. У меня снова начала выделываться лампа, поэтому видео вчера прервалось, и снять я не могла. Далее хотела вам показать пуговички отдельно, но получилось так, что я их уже пришила. Вот она, моя жилеточка готовая. Длина у меня получилась 32 сантиметра. Сейчас она мокрая, это я ее уже вчера разложила. Ширина, вот видите, после намачивания на 2 сантиметра увеличилась, 27 сантиметров. И здесь вот у меня 20 сантиметров ширина. Вот такие вот пуговки я купила с пчелками. Почему-то искала на мальчиков, были там такие интересные совушки, ну почему-то они на темном, на темной основе, темно-коричневой, и такой бежевый самосвод, ну глазки там, носик. Мне показалось, что они просто потеряются на этой коричневой жилетке, и поэтому я выбрала вот эти вот пчелки. Вот, ну в принципе все, девчонки, я думаю, все понятно. С вами была Вика из школы рукоделия. Конечно, это изделие не для новичков, я вам так скажу. Уже для таких, которые более опытные, потому что все-таки много всяких таких нюансов. То карман, то пуговичку надо не забыть, вернее, дырочку сделать, то полосочку вот эту. Это, конечно, не прямоугольник, не квадрат, поэтому учитывайте то, что... Ну, немного опыта нужно для этого изделия. Ну все, девчонки, с вами была Вика, школа рукоделия. Карман выложу завтра подробно на светлых нитках, толстых покажу, потому что он пригодится еще в следующих изделиях, поэтому решила снять более подробное и такое детальное видео по тому, как делать этот карман. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.